Наше путешествие в Америку началось с 13-часового перелета и пересадки в Вене. Первым городом на нашем пути был Лос-Анджелес. Мы арендовали машину и отправились в наше двухнедельное путешествие по Соединенным Штатам Америки. В Лос-Анджелесе мы посетили знаменитую Аллею Славы, посмотрели на надпись «Голливуд», а также прогулялись по пляжам Санта-Моники. Если вы собрались посетить обсерваторию Гриффина, то стоит заранее позаботиться о парковке. Когда мы туда приехали, парковочных мест уже не было, и всех отправляли дальше по дороге. Но зато именно дальше по дороге мы нашли просто офигенное место, чтобы посмотреть на надпись «Голливуд» и сделать оттуда классные фотографии. Дальше нас ждал длинный-длинный путь до Большого каньона. Хотя дорога почти везде двухполосная, качество ее хорошее, но не всегда. Все равно мелкие ямки могут встречаться. В Гранд Каньон мы приехали вечером. Остановились в заранее забронированном кемпинге. Кстати, кемпинги стоит бронировать заранее, ведь очень много желающих остановиться рядом с такой красотой. И пошли на первую в своей жизни смотровую площадку, с которой открывается вид на Большой каньон. Большой каньон действительно большой, с этим не поспоришь. Очень много разных расщелин, красивых скал, все это многообразие цвета. Между смотровыми площадками проложены удобные дорожки, чтобы по ним можно было ходить или ездить на велосипеде. При въезде в парк вам выдадут карту со всеми смотровыми площадками. Кстати, если вы во время поездки по штатам собираетесь посетить больше, чем 3-4 национальных парка, стоит купить так называемый Annual Pass. Стоит он всего $80 и позволяет в течение года посещать все национальные парки в США бесплатно для одной машины и 4 человек внутри этой машины. На второй день мы решили отправиться на дальний трек Hermit's Road. Туда нельзя заехать на машине, но туда можно заехать на шаттлбасы. Все шаттлбасы в рамках национального парка бесплатны, поэтому это очень удобно. Не надо искать парковку, не надо заботиться о том, чтобы машина была всегда закрыта, помнить о ключах и многое другое. Вы просто садитесь в новый приехавший автобус и едете на другую смотровую площадку. Между смотровыми площадками также можно идти пешком, но стоит посмотреть заранее по карте, как проходит дорога. Ведь иногда это всего 500 метров или километр живописной тропы, а иногда это 4-5 километров асфальтированного шоссе. Вечером мы прошли первые метры южного Кайбаб-трейла. Он ведет на дно Большого каньона. Во всех путеводителях не советуют ходить неподготовленным людям на дно каньона, ведь перепад высоты составляет больше, чем 1,5 километра, а температурная разница 20 градусов. На дне каньона гораздо жарче. Поэтому, если вы собираетесь сходить на дно каньона, то лучше это делать за 2, а то и за 3 дня. Но в этом случае придется заранее получить бесплатный пермит и забронировать себе место в кемпинге внизу каньона. Рассветы в Большом каньоне очень обворожительны. Краски меняются каждую секунду. Последний день нашего пребывания в Большом каньоне мы решили поехать по Desert View Road. Эта дорога ведет на выезд уже из парка, туда не ходят шаттлбасы, но при этом есть еще несколько красивых смотровых площадок, которые хочется посетить в конце. Из Большого каньона мы отправились в сторону Подковы и каньона Антилопы. По дороге заехали в Мраморный каньон.
Мраморный каньон – это небольшая смотровая площадка, протекающая река Колорадо и красивые два моста, перекинувшиеся через реку. Совсем немного, и мы уже в городке Пейдж, который находится рядом с Глен-каньоном и озером Пауэлл. В озере Пауэлл можно купаться, есть несколько мест, куда вы легко доедете на машине за 5-10 минут. Можно было сразу по дороге заехать на так называемую подкову, красивый изгиб реки Колорадо. Но, почитав в интернете, мы уже знали, что туда стоит ехать на закате или на рассвете. Поэтому мы немножко отложили нашу поездку на подкову и решили вместо этого искупаться в озере Пауэлл. Вы будете очень удивлены количеством людей, которые собираются на закаты, на рассветы, на смотровой площадке подковы. Да, красивые изгиб реки Колорадо, да, красивые скалы, но такое количество людей не даст вам спокойно насладиться красотой природы. Еще одна достопримечательность данного региона – это каньон Антилопы. Каньон Антилопы находится на территориях индейцев Навахо, поэтому за него придется дополнительно платить. А также в каньон Антилопы нельзя попасть самому, только с экскурсией. Экскурсии водят каждые 15-20 минут. Записываться стоит заранее, особенно если вы хотите попасть в те часы, когда можно наблюдать солнечные лучи, падающие через щели вверху каньона прямо до самого дна. Мы записались именно на такое время. Нашим проводником была индейская женщина, которая провела нас по каньону, показала, рассказала, а еще потом и сыграла на национальном инструменте. У нас было немного времени, поэтому сразу после каньона Антилопа мы отправились в долину монументов. В принципе, для того, чтобы съездить в долину монументов, вам хватит полдня. В общем-то, этим мы и воспользовались. По долине, долина монументов тоже находится на территориях индейцев Навахо, поэтому придется немножко заплатить. Въезд стоит около $20 для машины. Единственное, что если вы взяли на прокат какой-нибудь очень низкий мустанг или что-нибудь другое, то поберегитесь, потому что весь маршрут по долине монументов проложен по грунтовке. И кое-где торчат довольно высоко камни. Мы встретили один раз мустанг, который засел в песчаной дюне и не мог выехать. Выглядело это так, что он там стоит уже минут 30. По долине монументов проложена 35-мильная дорога для туристов с множеством смотровых площадок в самых красивых местах. Из долины монументов мы вернулись в городок Пейдж уже затемно. Все, что нам оставалось, это заехать в кафе быстрого питания мексиканское и заказать парочку тако и кесадилью. На следующий день у нас был запланирован еще один национальный парк. Это был национальный парк Брайс Каньон. Брайс Каньон поразил меня еще при подготовке к путешествию. Он весь красно-оранжевого цвета и множество выветрившихся скалостанцев, которые называются Худу. Уже подъезжая к парку, мы видели некоторое подобие Худу и оранжевые скалы. Все это контрастирует с очень зеленым лесом и зелеными соснами и елями. Это впечатление просто супер. Только в Брайс Каньоне у нас не был забронирован кемпинг, потому что оба кемпинга, которые там есть, работают по типу first come, first serve. То есть кто первый пришел, того и тапки. Поэтому мы старались попасть в Брайс Каньон рано. И приехав где-то в 10:30 утра, мы посмотрели, а кемпинг был почти пуст. То есть можно было не так сильно и спешить. Может быть, это было потому, что мы были уже в сентябре, и это был не совсем сезон. После того, как расположились в кемпинге, мы отправились к смотровой площадке Брайс Пойнт. Очень красивое место, сразу открывается вид почти на весь каньон, точнее на одну его большую часть, с каменными амфитеатрами, с полосатыми худу. По
после этого мы подъехали на шаттл-басе, который ходит почти по всем национальным паркам и бесплатный для посетителей, к началу трека «Восьмерка». Трек «Восьмерка» очень популярен, так как всего за 4,5-5 часов вы пройдете около 10 километров и посетите несколько других треков и самые значимые места парка. Трек «Восьмерка» проходит через другие пути – «Королевский сад», трек «Пикабу», «Наваха». Трек «Восьмерка» начинается там же, где и трек «Наваха». И одна из первых достопримечательностей – это так называемый «Уолл-стрит». Проход между очень высокими худо, которые напоминают собой башни или даже небоскребы на Уолл-стрите. Наверное, именно поэтому этот проход между худо назвали «Уолл-стритом». По нему идет множество людей, но как только вы спуститесь, почти все вернутся на трек «Наваха», а вы сможете дальше пойти в одиночестве, и только оранжевые худо будут вас сопровождать. В конце Уолл-стрит почти все туристы вас оставят. Вы останетесь в одиночестве посреди оранжевых худо. И только иногда какие-нибудь мелкие зверюшки или даже, может быть, олени будут перебегать вам дорогу. Далее трек направится в другую часть парка. Там вы увидите не такое большое количество худо или стенок худо, зато очень много будет одиночных скал, скалостанциев, красивого леса. Единственный минус – это то, что по данному треку также проходит конный маршрут, а значит, иногда вам будут встречаться подарки от лошадей. По дороге вы пройдете через так называемую стену окон. Стена из худо, где уже образовались сквозные отверстия. Также по дороге встретится еще одно интересное образование, которое называют собором. Трекинг «Восьмерка» очень простой, подойдет любому здоровому человеку. Подъемы есть, но их не так много и они не очень крутые. Почти все тропы проложены очень выгодно и легко. Не стоит забывать, что на дне каньона гораздо более жарко, чем наверху, а источников воды нет, поэтому стоит обзавестись водой заранее. Как и во многих природных достопримечательностях, в Брайс-каньоне особенно красивы закаты и рассветы. Во время закатов и рассветов краски становятся более яркими, небо приобретает необыкновенно красивые оттенки. И как приятно посидеть утром, попивая горячий чай или кофе, и понаблюдать за тем, как природа просыпается. Из Брайс-каньона мы отправились в национальный парк Зайон. Он расположился совсем недалеко, около 100-150 километров от парка Брайс.
приезжали в национальный парк Зайон с востока, поэтому сразу попали на смотровые площадки. Совсем ничего не ожидая, мы увидели, что машины столпились и пытаются приткнуться на парковке. Что ж, мы сделали то же самое и отправились следом за остальными туристами. Буквально за 20 минут тропа нас вывела к красивым скальным обрывам, с которых открывался прекрасный вид на национальный парк Зайон. Здесь совершенно другие виды. Вроде бы казалось всего 100 километров, а все равно все уже совершенно другое. Цвет скал, их фактура, то, как они выглядят. Абсолютно все другое. Также со смотровой площадки открывается отличный вид на дорогу, которую вам предстоит преодолеть на машине. Часть из нее вы проедете по туннелю, из которого открываются с правой стороны окна на парк Зайон. Далее дорога начинает петлять по крутому серпантину и спускается на дно ущелья. Если вы всего приехали на один или два дня, то весь ваш маршрут по парку Зайон будет пролегать по ущелью. Вряд ли вы соберетесь на многочасовой трек на одну из вершин. Но даже если вы приехали на один день и не успеете пройти самый известный маршрут Нэрроуз по реке в ущелье, то стоит, как и мы, хотя бы зайти первые пару километров. Почти с самого начала передвигаться придется по воде. Варианты идти по реке босиком не проходят, в шлепанцах аналогично. Конечно же, в брошюрах парка советуют использовать ботинки. Но в ботинках будет тяжело идти, ведь они станут еще тяжелее от воды. У нас были разные случаи. Были кроссовки, были сандали, но все справились с первыми двумя километрами каньона. После национального парка Зайон мы отправились в город грехов, в Лас-Вегас. Он не похож ни на один другой в мире, но при этом копируют очень многие. Здесь можно найти египетские пирамиды, и Эйфелеву башню и многое другое. Конечно, мы не могли пропустить казино, и поэтому зашли немножко поиграть в одноруких бандитов и даже выиграли. Когда вы играете с однорукими бандитами, стоит очень внимательно следить, какие ставки вы делаете. Ведь некоторые автоматы не дают возможность поставить 25 или 50 центов, а требуют сразу пару баксов. Самое смешное, что если вы уже вложили деньги в игровой автомат, вы не сможете их просто так забрать. Ночной Лас-Вегас поражает количеством огней, дорогих машин, прогуливающихся туристов. Но не стоит обольщаться. Всего лишь отойдя квартал-полтора от центральной улицы, вы уже находитесь в каких-то индийских трущобах. Все темное, ничего не видно и далеко не красиво. После Лас-Вегаса мы очень быстро заехали на дамбу Гувера, полюбовались на это архитектурное сооружение, и дальше нас ждал очень длинный путь в сторону национального парка Секвойя и Йосемити. По дороге мы видели много красивых мест, смотровых площадок. Хотели воспользоваться одним из бесплатных кемпингов, но не удалось, он был закрыт из-за угрозы наводнений. И вот на следующий день мы приехали в национальный парк Секвойя. Мы там оказались около полудня. Поэтому время еще было, кемпинг был забронирован, и мы решили не тратить время, а сразу по дороге осмотреть несколько достопримечательностей. Конечно, первой же достопримечательностью являются секвойи.
А следующим на нашем пути встретилась упавшая секвойя, в которой сделали тоннель для проезда автомобилей. Вокруг множество туристов, все пытаются сфотографироваться. Стоит очередь из машин, но нам повезло, мы прям без очереди проехали через туннель. И поехали дальше по дороге, ведь она ведет на другой трекинговый маршрут – Моророк. Скала Моро, с которой открывается просто захватывающий дух вид на национальный парк Секвойя и Кинг-Каньон. Национальный парк Секвойя и Кингс-Каньон образуют собой один большой парк, но почему-то официально разделены. На саму скалу ведет ряд ступенек, а наверху расположилась смотровая площадка. Как хорошо, что здесь не торгуют всякими сувенирами и не расположилось кафе. И можно побыть наедине с собой, ну или наедине с туристами. Еще немного погуляв по скале Мора и ее окрестностям, мы отправились дальше. Наш путь пролегал через аллею гигантов. Это всего лишь дорога посреди секвойевого леса, в которой расположились множество просто гигантских деревьев. Ведь сидя в машине и задрав голову в самый-самый верх, вы не всегда сможете увидеть верхушки деревьев. Также по дороге к кемпингу мы решили заехать к знаменитому генералу Шерману. Это самое большое дерево в мире. Самое большое оно не по возрасту или высоте, а по объему древесины. К генералу Шерману проложена отдельная тропа, на которой всегда очень много туристов. А прямо возле таблички «Генерал Шерман» стараются сфотографироваться каждый турист. Из национального парка Секвойя мы планировали переехать в парк Йосемити, что прекрасно осуществили. Единственный минус, что мы хотели заехать на смотровую площадку Glacier Point, с которой открывается очень красивый вид на знаменитую скалу Half Dome и на Эль Капитан. Но, к сожалению, из-за лесных пожаров эта дорога была закрыта. Поэтому мы поехали сразу в долину Йосемити. По дороге мы остановились возле горной реки, возле которой открывался прекрасный вид на скальный массив Эль-Капитана. Отчаянные скалолазы прокладывали себе маршрут наверх, ну а мы поехали селиться в кемпинг. Национальный парк Йосемити – один из самых популярных в Соединенных Штатах Америки, ведь это первый национальный парк на Земле. И стоит заметить, мы пытались забронировать кемпинг в долине Йосемити за 1.5 или 2 месяца, но нам это не удалось, все места были уже заняты. Поэтому мы забронировали кемпинг где-то в 15 минутах езды от долины Йосемити. Нам повезло, и в сентябре уже не было очереди. Ведь говорят, что в сезон утром на въезд в долину, а вечером на выезд из долины стоят настоящие пробки. Посоветовавшись в инфоцентре, мы решили на следующий день отправиться в трекинг. Через 2 водопада, Вернадо и Невада Фоллс, по панорама-трейлу и выйти на Glacier Point, к которому сейчас нельзя доехать на машине, и спуститься вниз. Весь путь занял у нас почти целый день, около 6-8 часов. При этом маршрут набирает около 1 километр, даже больше высоты, а потом все это вам придется сбросить.
Из парка Йосемити мы направились в Сан-Франциско. Конечно же, посмотрели на мост «Золотые ворота». Сходили на 39-й пирс, поели рыбки в местной забегаловке, а потом отправились по Тихоокеанскому шоссе номер 1 в сторону Лос-Анджелеса. Весь нас ждал уже самолет. Единственный минус, но в тот момент часть первого шоссе была закрыта, и нам пришлось сделать крюк около 300 километров, чтобы объехать ту часть, которая пострадала от оползня. Все, мы успешно вернулись в Лос-Анджелес, и на этом наше американское путешествие закончилось.